Здравствуйте, уважаемые участники, здравствуйте, организаторы, судьи, секретарь федерации. Хотелось бы начать с самого хорошего, это поздравить Машу Курчину. Маша, подходи, пожалуйста, сюда. У тебя такое большое достижение. Мы вручаем тебе свидетельство о мастере спорта. 10 лет назад еще завоевано. Наконец награда нашла героя нашего. Держи. Теперь хотелось бы пригласить представителя клуба охоты, Виктор, Паша. Приходите сюда, мы хотим вам вручить, пожалуйста, вот такую табличку. Дмитрию Павловичу куда приедете, ему передайте. Теперь вы занимаетесь клубом, Я считаю, что нужно сейчас поговорить на несколько тем важных, возможно, некоторых из вас они интересуют. Вот, значит, есть хорошая новость вот, о вчерашнем дне, да, это проведение Дня спорта в парке Горького. Ну, скажем так, я ожидал немножко не такой реакции людей, как увидел вчера, то есть реакция была очень положительная. Было 55 разновидностей видов спорта. Харьков представлял, это был парад, это было такое большое мероприятие, это был забитый просто парк Горького. И вот сказать, как бы, что вот вокруг бильярдного стола не было такой минуты, чтобы не стояло рядом 15, 20, 30 человек. То есть интерес у людей, ну, скажем так, очень много интересующихся. С учетом того, что мы в этом году вывезли бильярдный стол, да, то есть как бы... Что? Ну, этот день был, бильярдный стол был бесплатен для всех, как и другие виды спорта. Вот. В следующем году мы будем вывозить тоже. Это такое мероприятие проходит раз в году. И в следующем году мы будем вывозить и пул, и русский стол. Вот. И у кого будет желание, приходите, тоже поддержите, поиграем. Там, пусть люди посмотрят. Вот. Информацию вам рассказываю для того, чтобы вы понимали, что ну, на самом деле город открытый. Город, ну, есть пространство для работы. То есть очень много интересующихся людей бильярдом. И, ну,
люди проходят и говорят такие вещи, вот, это бильярд, да, то есть люди, которые, в принципе, его кто видели только по телевизору, то есть очень много людей не знают правил, не говорят о том, что там, как правильно разбивать пирамиду, там, как правильно держать ки, там, и так далее, то есть очень много людей не знают вообще, как это все делаем, а мы в этом мире варимся и думаем, что, как бы, все так легко, играть легко, как бы, многие люди даже не знают, как вообще просто наносить удар. Вот. И передаю слово Руслану Корененко, главному секретарю Федерации. Да, еще раз всем добрый день. Два дня с вами играли, как бы все знают регламент. Сегодня у нас первый круг до 5 побед, дальше 1/8, 1/4, 1/2 до 6. Финал завтра будет большой, красивый, я думаю, финал до 10 побед, серьезный. Нигде так не играют, зато в Харькове проводим. В принципе, все. Всем удачи. Столы все знают. Через пару минут начинаем. Школа чемпионов. Billiarder.com.ua